называется подснежник. Начало июня. Уже есть свежий чесночок молоденький. Заготавливаю зелень на заморозку. Укропа очень много нарезала. Сейчас еще пойду. Вот так я сею укроп в рядочке. Потом его удобно срезать ножом или ножницами, кому как удобно. И очень хорошо замораживать укроп, петрушку, любую зелень. Ну так, если вам будет интересна эта тема, я покажу, что у меня в морозилке, что я замораживаю. Что удачно замораживается, а что не очень. Ну все, буду продолжать работу. И яблочко растет так интересно. Растет оно, не висит, как обычно. А вот так в высоту растет, смотрит. Своей попой наверх. Зацветает лаванда. Только-только начало цветения, кустики молодые, еще не обильные. Это самое первое цветение. Вы видели такую божью коровку? Странную. Я первый раз такую вижу. Чё-то её сплющило. Это у нас белые парычки, они более диетичные и деликатнее, чем красные. Вот. Решила себе завести такой кустик альбинос, но на вкус они практически идентичны, но кислотность она такая, более приятная, не такая ядреная. Яблочко, которое растет вверх, увеличивается. И все по-прежнему растет вверх. Какая пушистая сосна после прищипки стала. Пушистая-пушистая. Ой, горошек и вправду дает жару. Ну, еще чуть-чуть надо ему, чтобы он был более плотные стручки. О, малу сюда. Она как... Все это быстренько скосит. Я и сама люблю горошек сладенький. Класс! Очень урожайный, кстати, горошек. Баклажаны очень хорошо растут. Не по дням, а по часам. И тоже где-то я видела, что они уже зацветают. Вот, уже зацветают. Календула на вечер слаживает свои цветочки. Прижилась моя медуница. Класс! Видите, старые листья у нее отсохли. И она попускала уже молодые, свежие. Всем привет-привет! Смотрите, какую красоту я сегодня приобрела. Это... Деленочка медуницы. Это лекарственное растение. И также ее листья выглядят очень-очень декоративно. Я давно ее хотела, и наконец-то я ее нашла. Не хотелось ни одно растение выписывать по интернету, заказывать. А на рынке я ее нигде не видела. И вот как-то случайным образом она у нас появилась. Классные листья. Вообще,
Правда, на участке у меня везде солнечно. Она любит тень и влагу. Наверное, я ее ставлю тут на балконе, где-нибудь в горшок посажу, либо отвезу маме. Посмотрим. Очень красивая. Хотя под кустами у меня там есть тень. Можно посадить будет. Красивая. И такой красивый огромный куст. Хорошая деленка. Сейчас я ее посмотрю, может, я ее поделю. Белые парычки. Надо собирать уже смородину. Поспела. Алина, ты собираешь или ты ешь? Я другой. Горох классный уже, толстый-толстый. Поросята. Thank you.